Ну що ж, дорогі друзі, повертаємося до вас і повертаємося не одні, а в нашій студії вже є гість, якого готові представити вам. Отож, представляємо, сьогодні до нас завітав директор благодійного фонду «Юнітус» Сергій Ваненков. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. А дійсно, на сьогоднішній день достатньо таки популярна справа, скажімо так, це все ж таки благодійність. Як ви із благодійністю зв'язали своє життя і як давно? Случилось це більше 15 років назад, в 99-му году. Член моей семьи, моя мама в 98 году начала первый в Украине пилотный проект при поддержке международных доноров, который был направлен на так называемую группу риска, и благодаря своему опыту она стала международным техническим советником ООН. Угу. И на протяжении 2 лет в семье был такой очень серьезный диалог, очень серьезное обсуждение, а стоит ли идти в сферу благотворительности, в сферу решения социальных проблем. И в конце 99-го года, в начале 2000-го года на семейном совете было принято решение, что действительно это необходимо, это важно для Николаева, важно решать социальные проблемы. И так началась наша история. Mm-hmm. Вот. Сначала мы сосредоточили свое внимание на действительно группах, с которыми никто не работал. Это потребители наркотических веществ, в том числе инъекционным путем. Mm-hmm. Но потихонечку мы трансформировались, мы находили новые ресурсы, новые силы. Мы начинали работать с другими группами, с детками, которые много времени находятся на улице, с девочками несовершеннолетними, которые склонны к вовлечению в проституцию. Это на самом деле ужасно. Помимо того, что мы работали, мы привлекали внимание международных организаций, таких как Альянс общественного здоровья, ЮНИСЕФ, USAID. И за 15 лет мы привлекли в Николаев социальных инвестиций более чем на 5 миллионов долларов. Вот. Сегодня более 3000 мужчин и женщин и более 1000 детей получают услуги в нашей организации. Взагалі зараз, якщо це ми говоримо про те, що ви розпочинались, на сьогоднішній день який спектр все ж таки вашої діяльності, на що скеровуєте свою увагу? Сейчас ми сосредотачиваем своє внимание більше на дітях, тому що логічним путем ми прийшли, що очень тонкая грань между взрослым и между ребенком. Один день, да, человек исполняется 18 лет, и он из ребенка превращается в взрослого. Но, к сожалению, у детей в этот момент не всегда есть достаточно жизненного опыта, недостаточно понимания тех рисков, тех угроз, которые его встречают в жизни. И мы видим, что с каждым годом ребенок сталкивается с все большим и большим количеством стрессов, информации, с вызовами, и мы видим, что вот эти вот точки риска, точки входа в проблему, их можно найти, обнаружить, вовремя отреагировать и фактически вывести ребенка на, скажем так, на направление восстановления, направление какого-то созидания, а не направление разрушения. У каких напрямках працює ваш фонд у допомозі дітям? Сейчас мы с 2009 года и до 2015 года совместно с ЮНИСЕФ реализовывали проект, который был направлен в основном на девочек. Мы работали с детьми, которые подвержены насилию, подвержены сексуальной эксплуатации, подвержены употреблению психотропных веществ, алкоголь, курение, наркотические вещества. И наша практика была признана ЮНИСЕФ лучшей в Украине, и она была распространена на такие города, как Львов и Симферополь в 2011 году. Каким чином ви співпрацюєте зі своїми підопічними? Ви їх самі знаходите? Чи вони можуть до вас звернутися? Якщо можна взагалі їх назвати підопічними, тому що, по суті, це величезна, я так розумію, аудиторія. Ви знаєте, ми їх називаємо клієнтами. Вони наші клієнти. Ну, на самом деле, вони більше, ніж наші клієнти. Работаем мы следующим образом. Организация, нельзя сказать, маленькая, небольшая, но у нас сейчас работает 34-35 человек в организации. Это и социальные работники, и юристы, и кейс-менеджеры, и кейс-файндеры. И у каждого человека есть свой кусок работы. Есть люди, которые находят этих детей, есть люди, которые работают с ними, есть социальные работники, есть кейс-менеджеры, которые получают этого ребенка от социального работника уже с определенным перечнем, что же потребности этого ребенка. Это могут быть медицинские проблемы, да, это могут быть социальные проблемы, это могут быть
проблемы в семье, это могут быть опыт употребления наркотических веществ. И наша задача – это провести ребенка, поддержать его на каждом этапе, где бы он мог бы потеряться. Потому что очень часто дети не знают, что можно обратиться в лечебное учреждение, получить там бесплатную помощь. Да? То есть в таком формате. В Николаеве есть несколько учреждений, где детям и молодежи могут оказать бесплатно медицинские услуги. Это клиники, дружественные к молодежи. И фонд Юнитус также участвовал в продвижении этих клиник. Одна клиника есть на Радостной 2А в здании Кожвиндиспансера, но там есть отдельный вход, там очень дружественный персонал. И если у кого-то из вас есть какие-либо проблемы, вы можете обратиться непосредственно в это учреждение, там такой большой билборд висит, клиника дружественного молоди, и получите консультацию психолога и квалифицированную медицинскую консультацию или по помощь. Взагалі, ось зараз ми бачимо на поза себе ще також фотографії, так, які виводить наш режисер. Взагалі, ви ще сказали, мовилися, що серед працівників є якісь менеджери. Що це за слово? Да. Можете розшифрувати? Так как мы профессиональная общественная благотворительная организация, мы очень четко разделяем функционал каждого сотрудника. Есть социальные работники, это люди, которые работают непосредственно в поле, они общаются уже с нашими клиентами существующими, которые могут проконсультировать. Есть кейс-менеджер, это вот как раз человек, который обучен, который имеет опыт, имеет навыки общения с человеком, потому что и ребенок, и взрослый человек очень часто как-то меняется ситуация, да? Человек, например, не приходит на консультацию со специалистом и переживает осуждение за это. И нужен человек, который поддержит его, проводит его, скажет: ты не переживай, да, мы понимаем, у тебя сложная ситуация, но есть люди, которые проходили через такие же ситуации, мы поможем тебе. То есть такой проводник, скажем так, да? Да, можно сказать, проводник. А вообще, вот, скажем так, за этот период какие уже акции, какие-то формы вот, работы уже были реализованы и что запланировано? Что вы знаете, я не могу сказать про акции, наша работа немножко более, более рутинна, и акции мы не проводим. Например, вот то, что вы видите, это просто детки, которые, с которыми мы сотрудничаем, которые помогают нам, мы организовали им экскурсию в лечебное учреждение. Мы понимаем, что эти дети в какой-то степени являются лидерами в своих социальных группах. И мы прекрасно понимаем, что если лидер, ребенок в социальной группе расскажет, что «а вы знаете, на самом деле медицинские учреждения, а там можно получить помощь, вы не слушаете то, что говорят на улице, что все болезни можно вылечить аспирином, да? Есть квалифицированный медицинский персонал, мы видели, как работают эти люди, да? Что вы можете получить помощь, и вам действительно помогут». Но если говорить о рутинной работе, то я считаю, что одним из многих достижений, которые стоит выделить, что с 2004 года мы запустили, скажем так, проект, программу для ВИЧ-позитивных беременных женщин. И я помню до сих пор, в 2004 году есть такой показатель, как вертикальная трансмиссия. Это насколько вероятно, что мама передаст ВИЧ-инфекцию своему ребенку. И в 2004 году, если не ошибаюсь, процент передачи был около 25-30%. После запуска нашей программы на базе спеццентра и при поддержке облздрав отдела, значит, этот показатель с 25-30% опустился до 3%. И вот только всеукраинский показатель буквально несколько лет назад поднялся, ну, опустился до николаевского уровня. То есть это была очень такая замечательная тенденция, показатель. Тенденция, это был, да, это великолепный был отклик. И что это означает, если говорить про цифры, да, то фактически более 100 детей не получили ВИЧ-инфекцию. Это очень огромные, скажем так, и достижение, человеческое большое достижение, да, и очень большая экономия для государственного бюджета, потому что каждый этот ребенок, он должен, если он ВИЧ-инфекция, то он должен получать антиретровирусную терапию. К сожалению, в 2014 году эта программа была свернута, но мы видим, что результаты этой работы, они продолжают жить до сих пор. И вот эти вот социальные методики, как мы говорим, эффективные социальные методики, они были имплементированы в работу медицинских учреждений. То есть работа продолжается даже тогда, когда мы уже и не работаем в этом направлении, потому что
Какие программы вообще сейчас вот работают? То есть мы говорим сейчас о программе, которая была как бы реализована и сейчас внедрена, да, уже в работу в медицинских учреждениях. Какие сейчас программы есть? Сейчас есть несколько программ. Одна из них направлена на женщин, которые вовлечены в проституцию, можно назвать это таким образом. И вторая крупная программа – это направлена на людей, которые употребляют наркотические вещества. На сегодняшний день какие уже как бы достижения, скажем так, если можно это так назвать? Вы знаете, тут очень сложно сказать, какие достижения. Эти программы долгосрочные. И они, мы можем говорить об успехе этих программ, в принципе, можем говорить о промежуточных успехах. Ну да, конечно, окончательных как бы никто не может еще сказать. Но да, я думаю, что основным успехом вот этих вот программ, которые фактически реализуются уже больше 15 лет, в том числе и при участии нашей организации, это то, что люди, которые раньше были фактически выброшены за внимание и государства, и общества, сейчас они имеют возможность на, скажем так, определенную степень реабилитации. Человек, употребляющий наркотические вещества, он может попасть в программу заместительной терапии. Государство может обеспечить его синтетическим наркотическим веществом. Говоря наркотические вещества, я имею в виду лекарства. То есть drugs и лекарства, в принципе, это синонимы. И человек, употребляя этот синтетический заменитель наркотика, он не получает никаких ни эйфории, никаких таких побочных эффектов, но он уже становится нечувствительным к наркотическому веществу. И наша задача в этих программах – это сохранить здоровье этих людей до того момента, как он скажет: «Хорошо, я пришел к пониманию, что я хочу остановиться, что я хочу начать новую жизнь, что я хочу семью, я хочу выздороветь, я хочу быть хорошим мужем, хорошим отцом». Мы сподіваємося, що дійсно буде реалізовано по максимуму програму. Ще одне запитання останнє до вас. Як можна звернутися до вашого благодійного фонду, щоб наші глядачі, якщо є бажання, так? Ви можете в інтернеті набрати благотворительний фонд «Юнітус» и получить необходимую вам информацию с нашего сайта. Мы сейчас готовим несколько новых инициатив, направленных именно на детей, потому что то, что мы с вами проговорили, это лишь небольшое количество компонентов нашей организации работы. И мы сейчас хотим создать новый сервис, где каждый николаевец, каждый житель города, не только николаевец, а житель Украины, сможет стать, скажем так, тем, кто поможет в реализации тех программ, которые он считает нужным. Это и медицинские, и социальные, и образовательные программы для детей. Потому что мы сейчас собираем информацию и находим новые социальные технологии именно для эффективной работы с теми детками, которые требуют необходимой помощи. Ну что ж, будем вас сподіватися, что действительно будут реализованы все идеи, эти запланирования. Мы вас чекаем еще в гостях для того, чтобы... Нагадаю нашим телеглядачам, что сегодня до нас завітав Сергій Ваненков, директор благодійного фонду «Юнітус». Дякуємо вам, еще ж, дорогие друзья, а мы ДІО. А я хочу вам подарить чашку. Вот так ще. Ну що ж, дякуємо вам. Отримуємо подарунки від нашого гостя. Завжди приємно отримувати подаруночки. Дякуємо вам. Вже будемо скоро відкривати, як Якубович, цей музей. Дякуємо вам, звичайно, що дуже приємно. Дякуємо вам.